В субботу, 20 января, театр «Антреприза» и музей-заповедник «Горки Ленинские» приглашают вас на детский спектакль «Честные грабители». Это красивая и трогательная история о любви и настоящей семье. Рассчитан для детей в возрасте от 3 лет. В постановке много музыки и актерского пения. Приходите в 12:00 и не забудьте приобрести билеты в кассах музея. Здесь же, но уже в 14:00, Московская областная филармония представит вашему вниманию музыкальную программу пианиста Олега Калагурова «Музыка экрана». Прозвучат как и редко исполняемые музыкальные темы из российского кинематографа, так и мегахиты, самые популярные и узнаваемые мелодии и песни нашего кино. Ждем всех желающих! 20 января приглашаем всех, кто любит зимние забавы на свежем воздухе, в Центральный парк города Видное, где состоится развлекательная игровая программа для детей «Ах ты, зимушка, зима!» Начало в 12:00. Также в субботу не забудьте заглянуть на вечер сатиры и юмора в Центральную библиотеку. Там прозвучат миниатюры по произведениям русских писателей, а также стихи, басни и песни в исполнении авторов и не только. Подарите себе вечер хорошего настроения. Вход свободный, гостей ждут в 15:00. А вот в воскресенье в музее-заповеднике Горки Ленинские вас ждет оркестр «Столичный джаз» под руководством Федора Лешкевича. В 14 часов начало зажигательной программы. Билеты можете приобрести в кассах музея. В это же время в историко-культурном центре состоится концерт, посвященный 110-летию со дня рождения Анатолия Лепина. Приходите и получите удовольствие от творчества великого композитора. Вход для всех желающих свободный. А для тех, кто не хочет мерзнуть на улице, в кинотеатре «Искра» зрителей ждет российский фильм фэнтези «Скип». Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы. Их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц – волков Ариса. Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги, он отправляется в опасный путь ради спасения семьи. А его проводником становится пленный скиф Куница. Они враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть. В завершении с радостью сообщаем вам, что для всех любителей массового катания на коньках и игры в хоккей на льду на стадионе «Металлург» открылся каток.